Ну и завершая наш выпуск, чем интересна профессия журналиста и монтажера? Сколько весит видеокамера? Как выглядит святая святых любой телекомпании, студия новостей? В поисках ответов на эти и другие вопросы ученики 16-й гимназии заглянули на кухню телеканала ЛРТ и узнали, как готовят вкусные репортажи. Здравствуйте, меня зовут Мария Логвинова, в эфире новости на телеканале ЛРТ. Да-да, вам не показалось. В эфире «Дети». Наш телеканал посетила делегация юных телевизионщиков из Люберец. Экскурсии для школьников на ЛРТ стали уже традицией. На сей раз в гости к нам пришли ребята из гимназии номер 16. В гимназии прошла медианеделя, где ребята получили возможность попробовать себя в тележурналистике. Лучших из участников медианедели мы решили поощрить и привели их сегодня на канал Люберецкое районное телевидение. Отложив всю работу, шеф-редактор Наталья Григорьева приоткрыла завесы творческого закулисья, став для ребят экскурсоводом. Рада вас всех видеть, я так понимаю. Интерес ТВ пополнился новыми лицами. Молодые, прекрасные, горят глаза. Еще бы! Сначала работа в съемочном павильоне, запись на хромакее и общение с суфлером. Затем визит в монтажный цех, где видеоинженеры показывают ребятам, как совмещать кадры и накладывать звук. А вот в студии звукозаписи юные таланты ринулись с особым энтузиазмом. Уж очень им хотелось потрогать выпуклые мягкие стены и поговорить в микрофон. Такой звук очень хороший. Слышу себя хорошо и прям никакого постороннего звука нет. Как проходит вещание телеканала, школьники узнали, посетив эфирную аппаратную. Или, как ласково называют ее сами телевизионщики, эфирное сердце. Мне очень понравилось у вас, так как я получил новые знания о съемке видео и о монтаже. После экскурсии ребята пришли в кабинет генерального директора телеканала ЛРТ и обсудили свои совместные будущие проекты. Сюда приедут из всей области, из всех городов Подмосковья к нам и из провинции. В том числе мы можем с вами презентовать ваш ролик. Поэтому подумайте. Подготовка и презентация видеоролика намечена на 9 мая и на фестиваль национальных культур, который состоится 12 июня. Мария Кузьмичева, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.